Вони в нас в Україні з 23 февраля. Тобто у нас, як почалися ці атаки, і у нас ці атаки не закінчувалися. Тобто у нас во время этой войны, которую развязала Россия на территории Украины, как бы они это ни называли, уже отправлено 4000 ракет, это только крылатые ракеты. Стоимость каждой ракеты 10 миллионов долларов. Давайте посчитаем, 10 миллионов долларов умножить на 4000, получается там глобальные деньги. Я считал, что если разделить на каждого жителя Российской Федерации, получится по 19 тысяч долларов. Что Российская Федерация не могла построить дороги или просто раздать эти 19 тысяч долларов? Что они решили тем, что они обстреляли Украину или попали по детским садикам, попали по домам? Сегодня ехал по деревне, которая находится между моей деревней и моим производством. Там деревня разрушена, то есть там попали ракеты в шестиэтажку. И там куча людей без... И там раздавили эти дома, там... Ужас, смотришь на это все, идешь так, боже, зачем это, зачем, ради чего это, что это вообще? Я в шоке. Лучше бы взяли, знаете, если отъехать от Москвы на 50 километров, то там везде очень плохие условия жизни. А есть такие города, как Североморск, Мурманск, Полярный, там капец вообще, туалеты на улице. Так вот, лучше бы туда внедрили эти деньги и сделали бы за эти миллиарды долларов города. Причем такие, чтобы завидовали. Не нужно было бы захватывать. Люди бы сами поехали, хотели и мечтали бы жить в этой России. А так не мечтают, не хотят. Почему? Потому что в Москве еще хорошо, отъезжаешь от Москвы — разруха. Деревянные дома посреди города, туалеты на улице. Такого уже у нас нет. Это средние века. Зачем нужно так много тратить на ракеты и бомбить Украину? Отвечая на вопрос, можно ехать 24 серпня в Киев, не будет ничего сверхординарного, страшного и чрезвычайно опасного. Все хорошо, вы конкретно...